Ризабек Казжанов по прозвищу Казахабек. Он приехал к нам из Петропавловска ради мечты о карьере в кулачке. КМС по кикбоксингу представляет зал «Исиль Боксинг». Ризабек Казжанов. Ассаламу алейкум, меня зовут Кажан Ризабек Айдарбекович. Я из города Петропавловск, базовый боксер. Своему сопернику хочу сказать, давай покажем красивый зрелищный бой, я тебя уложу в первом раунде. Проверить на прочность сразу в кулачном порядке и не распыляться на другие виды спорта. Абиш Гани. Меня зовут Абиш Гани. Абиш Лвот. Бахана сау тумасу болом. Грек. Мой соперник респект. Я первый раунд порву его. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас первый бой нашего карда Казахабет против Абиш Гани. Хорошая разведка. Казахабет, первый нокдаун. Хорошо. Четыре. Нормально. Шесть. Восемь. Самба, самба. До конца. Нормально. Самба, самба. Так, хорошо. Бой продолжается. Ой-ой-ой-ой. Хорошая ответка. Досрочная победа Казахаведа. Отличное начало карда, ребят. Отлично, браво, браво, браво. В этом поединке победу одерживает Ризабек Казжанов техническим нокаутом перед первым раундом. Браво, ребят. Ждем следующий бой, ждем следующий бой. Отлично, Казахавед, хороший правый удар. С первого нокдауна. Почему нет? Вполне неплохо. Второй поединок нашего турнира хочу пригласить Касымов Дияр. Он базовый боксер из зала «Легион». Дрался в рок-файтинге. Там у него, конечно, дебют не удался. Теперь он решил показать себя у нас в промоушене, именно в кулачке. Касымов Дияр! Я Касымов Дияр. Представляю клуб «Легион». Базовый вид спорта. У меня ушсанда и мума. Килограмм любого, разницы нету, любого готов уронить. Покажем, будет искры. Его соперник Мейржан Турсунбаев, он базовый тайский боксер. Мейржан Турсунбаев. Меня зовут Турсунбаев Мейржан. Мен Кошмамед ауылынан келіп отырмын. Мен базовый спорт тайский бокс. Соперникім шала берсе талдырамыз, упор көрмейм. В общем, сынырамыз. 57 салмақта лейбой, 60-ға дейін.
Время запускается. Посмотрим противостояние обычного бокса и тайского. Пока разведка. Хорошо, хорошо, хорошо. Отлично, отличный размен. Так. Все, ребята уже более-менее друг к другу привыкли, начинается прям уже грубо. Так. Хорошо, хорошо, отличное попадание. Хорошо, отличное попадание левой. Отлично, отлично, отлично. Ой, хорошее, отличное попадание джепом. Первый раунд окончен. Боец красного угла однозначно, конечно, в этом раунде вел. Посмотрим, что будет во втором. Начало второго раунда. Боец красного угла грамотно занимает середину. Хорошая отработка, комбинация. Отлично, отлично! Явное преимущество бойца с красного угла. Ай, ошибка! Хорошо, хорошо, отличное попадание с правой. Бойцу синего угла уже явно не хватает функционала. Но пока держит, держит. Отлично, хороший выпад. Давай,
Бойцы на характере продолжают. Второй раунд так кончен. Начало третьего раунда. Отлично. А ты кто там работаешь тоже? Хорошо. Отлично, отлично. Хорошая комбинация. Хорошо, отлично, отлично! Удар в клинче. Минус преграды, друзья. Бой окончен. Решение будет за судьями. Что ж, давайте взглянем на... Бой действительно получился очень зрелищным. Очень напряженным. Давайте посмотрим, что скажут судьи. И в этом бою победу одерживает Касымов Диан. Ты показал очень крутой бой, очень достойный. У тебя духа реально, вагон, бился до конца, падал, вставал, бился, 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 шел вперед. Очень крутой бой показал, пару слов скажешь. Всем ассалям алейкум. Спасибо за поддержку. Ахмед, вам второй за поддержку. Павлама, тренер Павлама Ахмеда, Павлама Дусмерли. Соперникам желаю удачи. Молодец, молодец, спасибо. Диан, отличный дебют, круто работаешь, прешь до конца, настоящий мужчина. Конечно, брат. Да, давай, ты скажешь. В первую очередь, хотел бы
выразить слова благодарности своему тренеру Самату. Настоящий гигант! Настоящий гигант! Моему тренеру также Кука. Братьям всем спасибо, кого зовут, не описуйте. Организаторам Асан, спасибо, брат. Давай заключим, брат. Хороший контракт, брат. Любого, брат, шатан. Барбер, брат, любого подстригут. Шатану, брат, разница не это, брат. Лесо. Все, молодец. Тут мне, смотри, тут мне стало слов, почему-то два человека уже. Это Мансур Заиров по прозвищу Стальной. Он бился у нас в первом турнире, одержал верную победу. И он хочет что-то сказать. Всем ассаламу алейкум. У нас с тобой было не закрытое дело в Рухпатинге, мы с тобой должны были встретиться. Теперь вот тут мы будем драться, дай проверить дальше. Смотри, да. Сказал. Готовый бой будет. К этому бою хорошо. 22.04.23 года скончался мой брат Игзат, мой старший брат. И хотел бы посвятить свою победу своему старшему брату Игзату. Когда я проиграл на Рухпатинге, он очень расстроился. Он очень расстроился. Он сказал, надо готовиться и забирать ничего. И вот сегодня его нету, он присутствия его нету. Так что. Молодец, молодец. Молодец. Красавчик, я! И в третьем бою выступает Максат Аширов, КМС по греко-римской борьбе и ушу санда, нацелен на искры варенье и запоминающийся дебют. Максат Аширов! Бәріне ассаламу алейкум. Есімім Аширов Максат. Бұл спортқа мен ЭМА аралас жекпе-жектен келіп отырым. Дебюттық жекпе-жегім. Оңтүстік Қазақстан облысы Өнімкер ауылынан келіп отырым. Қазір таңда Астана қаласында дайындаламын. Соперникке айтарым, жақсы формада келсін. Әдейім күтіп аламын ғой. Абиров Айдын, он пришел к нам из любителей, базовый боксер, и сразу в своем дебюте уверен, что покажет очень крутой бой. Абиров Айдын! Есть Айдын Бот, Алматыдан балам, база бокса у меня. Ертен шапегіні мұнау жұдықпен қуатам бүйіксі. Дайындап осы жұдықтар кетті саған. Дайын бол. Джигитер, мы начинаем третий бой нашего сегодняшнего вечера. Разведка, боец синего угла хорошо отрабатывает, держит на дистанции. Пока привыкнуть. Ой-ой-ой. Поставь,
Ой-ой-ой. Боец красного угла решил поднять. Это задел на прогибило или что? Пока не ясно. Ну, что могу сразу заметить, что боец постоянно лезет в клинч. Отлично, отлично. Хорошее попадание. За один раунд уже где-то 4-5 клинчей. Аслан, вот тоже Аслан. Первый раунд прошел без каких-то особых потрясений, в основном разведка и очень много клинчей со стороны бойца с красного угла. Но это очень интересный подход, потому что с красного угла боец, залетая в клинч, при этом пытается сделать левый оверхенд. Интересная стратегия, много ли ему это даст за этот бой? Посмотрим, посмотрим. Весьма любопытно. Боец синего угла держался очень четко, раздергивал. Грамотно держал дистанцию. Но вот эти постоянные клинчи постоянно выбивают темп боя. Пока передышка. Бойцы общаются с тренерами. Интересно, какие корректировки в этом бою будут внесены далее. Ну что ж, начало второго раунда. Бойцы на середине. Начинаем. Постоянно, очень сильно низко боец красного угла заносит голову. Очень низко заносит голову. Постоянно пытается отрабатывать левой рукой. Полломи, печень, гош красный. Вот опять, очень сильный занос головой вниз, и после этого левый оверхенд, который... И опять клинч. Размашисто. Опять. Два клинча за 3 секунды. Окончен второй раунд. Thank you.
у нас начало третьего раунда. Пока только дистанция, Хорошее попадание левым орхендом. Отличное попадание бойца с красного угла. Отлично. Опять лезет вниз боец красного угла. Ну что ж, бой окончен. По-моему, в данной ситуации довольно все очевидно. Посмотрим, что же все-таки выберут судьи. Какое решение все-таки будет вынесено. Жасулан, Шымкент қаласының тумасымын. Құлашқа осы жақында келдім. Соперник бойынша. Енді екінші раундқа жеткізбейміз. Ұйықтатамыз, екінші раундқа жетпейді. Енді реалына ол жетпейді конкретно. Жасулан.
Его соперник Шарипов Нурбулат нацелен на огромный дебют и красивый бой, в котором он покажет весь бокс. Шарипов Нурбулат! Мен Шарипов Нурбулат Ербосынұлы, 1999 жылы туған, Алматы облысы Қарасай ауданынан келіп отырмын. Базовый боксермін. Алты жыл қатыстым, және де өзім сапернигімді досрочно ұтам деп айталамын. Және де яркий, красивый и достойный бой көрсетем деп ойлаймын. Джигитер четвертый бой нашего карда за сегодняшний вечер. Ой, отличное попадание Джепа. Хорошо, боец Синьо уверенно начинает поединок. Разметка. Ой-ой-ой, хорошо. Вот он. У бойца из красного угла вылетела капа. Сечка на носу. Так, медики выходят в круг. Батю закрывает сечку вазелином. Если можешь, дайте чуть поработать с вами, если драться. Возможно, будет у нас. Зачем рисковать от тебя? Берегемесе. Келесі бойда тәуелесесі, нормально. Тәуелестірмей ақырым, зағай керегемесе. Один четкий удар, технический нокаут. Шарипов, молодец. Отличная отработка. Рахмет, 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 Рахмет,